В областной столице состоялся шашечный турнир. Он прошел впервые в рамках недели настольных игр города детства. Соревнования собрали лучших игроков со всех площадок. На них побывала и наша съемочная группа. Чтобы дойти до финального этапа, ребята сражались за победу на своей площадке города детства. Начиная с понедельника, в игровых городках провели десятки шашечных партий. По итогам выбрали 30 финалистов. Все они сегодня боролись за звание абсолютного чемпиона. Мне очень понравился турнир. Я очень рада, что я попала на него. Мои впечатления – то, что я вообще не верю, что я прошла. Я шахматы умею играть, но мне больше я знаю, как играть в шашки. Не знаю, мне давно еще учили, родные и близкие учили играть. Мы попробовали, поэкспериментировали, и у нас получилось. Я думаю, что неплохо. И я вижу, что по лицам детей, волонтеров и даже родителей, которые привели сюда своих деток, что все довольны. Абсолютным победителем шашечных сражений стал 12-летний Матвей Сошников. А завтра ребята смогут посоревноваться в игре в шахматы. Турнир пройдет на одной из площадок проекта «Город детства» по адресу Ленинградская, 87. Мария Суворова, Наталья Щипкова, Михаил Прищев, Вологда Портал.